возвращаясь от совершенно удивительной Муктакунды, которую время от времени охраняет Мадумангал, как только удивительные полные жемчугов деревья начинают опять цвести, мы проходим мимо совершенно странного места Шивакхор, в котором нам, остановившись, придется немножечко пересмотреть свои представления о том, как именно ведут себя мальчишки и девчонки на Радхакунде, в духовном мире и даже здесь. Мальчики, пастушки, проходя мимо Радхакунды, однажды увидели замечательную нору, прям замечательную, темную, глубокую. Они попытались угадать, кто там живет. Нора была большой. В конце концов, они перепробовали все звуки известные им и повыли немножко, на что услышали вой в ответ. Они поняли, что это шакалья нора. И шакалиха наверняка там была не одна и с детьми. В качестве замечательного развлечения они придумали следующую вещь. Они, конечно, знали, что обычно таких нор есть два выхода. Но тут они были не совсем уверены, а было достаточно интересно посмотреть, что же будет делать шакалиха, если мальчики сделают то, что они собирались сделать. Они насобирали сухих веточек, листьев и больших веток, тоже же зажгли огонь прямо у входа в эту нору. Они очень веселились и прыгали через какие-то несколько минут. Дым заполнен нору. Был ли у нее второй вход или выход, этого мы не знаем. А знаем только то, что шакалиха попыталась выскочить, но мальчики не позволили этого сделать. К счастью, мимо проходила Лолита, услышавшая жалобный плач шакалихи. Она схватила первую попавшуюся огромную палку, скорее даже дубинку, кому могла, накостыряла по шее, разбросала, сразу же разбросала этой большущей палкой все горящее поленье, загасил огонь и тут же позвала Радыку на помощь, потому что сделала внешнее служение она. Но Лолита очень хорошо понимала, что Радыка должна сейчас вмешаться. Удивительная душа в теле шакалихи на Радхакунде попала в беду. Если бы не Лолита, Деви, кто знает, как бы закончилось это небольшое приключение с мальчиком. Ведь так часто нам хотелось бы, чтобы все было чинно и благородно в духовном мире. Что мальчики всегда замечательно ведут себя, не обижают девочек, одеваются как положено, слушаются своим мам и пап, никогда не воруют и не обманывают. Хочется, да, иногда хочется и такого, и это совершенно странное, дурацкое представление о том, как на самом деле все происходит в духовной реальности. Так, мальчишки получили по заслугам. Лолита Деви спасла шакалиху, и тут появилась Шимати Радыка. Конечно, удивительная Радыка, шакалиха выползла, еле выползла из норы, заливаясь слезами, с опаленной шерстью на мордочке. Где-то глубоко в норе прятались ее маленькие детишки. Она свою лапу положила на стопы божественной розовой, нежной стопы Шимати Радхарани, отчего Лолита внутри содрогнулась от неприятия скорее. Радыка не отдернула свои стопы, она стала гладить шакалиху между ушей, там, где подгорела ее шерстка, вытирать у нее слезы. Она спросила: «Чего же ты хочешь взамен? Я не знаю, как мне отблагодарить тебя за то, что ты претерпела столько страданий в моем месте, на Радхакунде, месте высочайшей любви. Как я могу утереть твои слезы, сушить свои слезы так, чтобы ты никогда не плакала, не винила глупых мальчишек и всегда помнила о нас с Лолитой?» Шакалиха попросила всего лишь одного благословения: иметь возможность вечно служить всемилостивой Шимати Радхике вместе со Шри и Лолитой. Радыка не могла и отказать в этом благословении. Погладив ее, она дала ей возможность стать одной из своих служанок. Да, конечно, если у Кришны есть старый желтый пес, прям желтый, страшный, даже облезший вполне, то
Да, мама Яшоды его не любит, и мало кому он нравится, а Кришне он очень нравится. То почему Радхике не может быть своей личной шакалихи? Да, у нее много других замечательных зверушек и птиц, которых она очень любит, и которых она пестует, с которыми проводит время. Но шакалика был особый случай, и Радхика приняла ее своей собственной служанкой. А тем временем Калита Деви не переставала изумляться. Как же может так быть, чтобы существо, которое ничем не прославилось, ни тем и никогда этого не служило Радхике, вдруг попало в близкий круг ее приближенных. Калита вспоминала о Рагхунатхе Даса Госвами. Сколько десятков лет он в постоянной мольбе и слезах, которые потоком истекали Радхакунду, угрожая затопить всю окружающую местность. Эти два потока из его глаз непрестанно лились с постоянной мольбой, обращенной к Радхике, мольбой о том, чтобы Радхарани могла принять его своей вечной служанкой. Через очень много лет Радхика, прежде даже не давая даршан Рагхунатхе Даса Госвами, явилась перед ним и предложила какое-то решение, не совсем то, которого ожидала Рагхунатха Даса Госвами, но предложила ему войти в круг ее Дхарма Приясакхи, наравне с Лалитой, Вишакхой и другими. А Рагхунатха Даса Госвами был совершенно потрясен до глубины души. Он хорошо знал, что Радхика понимает желание его сердца. Она предложила ему совершенно что-то другое. А ведь он столько лет потратил на то, чтобы раскопать котлованы под Радхакунду, Шьямакунду, чтобы восстановить их к их изначальному или почти изначальному удивительному облику, чтобы сделать все возможное для того, чтобы на их берегах могли играть божественные тита, их подружки и дружки Шри Кришны, для того, чтобы пилигримы в прокат лили или в прокат лили могли ощущать присутствие Шримати Радхики и всех, кто всегда рядом с ней. И так Лалита Деви не могла понять, почему Радхарани, несмотря на все эти потрясающие заслуги и бесконечные, как казалось, страдания Рагхунатхи Даса Госвами, заставила его ждать столько лет, ведь он прожил на Радхакунде более 40 лет. Покинуть ему мир удалось, когда ему было хорошо за 90 лет в очень слабом больном теле, с глазами, которые почти ничего не видели. Рагхунатха Даса Госвами потерял всех, практически всех своих самых близких. Гуру и друзей ушли Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Прабху, Адвайта Ачарья, Гададара Пандит, Шривас Пандит. Потом стали уходить Госвами один за другим. Только Джива Госвами провел последние ритуалы над телом Рагхунатхи Даса Госвами. Все остальные покинули этот мир. Сколько за последние десятилетия его жизни пришлось пережить, сколько скорби Рагхунатхи Даса Госвами. И при этом он неустанно занимался рытьем котлованов, наемом людей, собиранием денег. Он присматривал за тем, чтобы озера как можно меньше отличались от изначальных, которые иногда показывались ему в его медитации. Иногда он очень хорошо знал, что озеро Радхи не отлично от ее самой, и в то же время он очень хотел как можно быстрее отправиться обратно в духовную реальность. Ведь он, вечно освобожденная душа, пришел в этот мир, как он считал, на короткое время помочь Шри Чайтанья Махапрабху. При всей его совершенно удивительной садхане, при том, что он спал несколько часов в день, максимум 2 часа в день, при том, что он принимал в качестве просады на протяжении очень долгих лет одну маленькую мисочку пахты после взбивания йогурта в день или в несколько дней, при том, что он каждый день ежедневно, кроме того, что он присматривал за всеми ведущимися Шьямакунды и Радхакунды работами, он
каждый день совершал, предлагал 1000 дандаватов Раджу, Раджу земли, в Раджу 1000 поклонов дандаватов всем вайшнавов, которые жили и садханили поблизости. Кроме того, Рагунатха Дас Газвами повторял минимум 64 круга святых имен, один лакхаринамы. Кроме того, несколько часов в день, как минимум 3 часа в день, он в кругу самых-самых близких друзей читал Шримад Бхагаватам, они пели стихи на разные раги, наслаждались бесконечно глубоким и сладким вкусом Бхагаватам. И это все помимо его основного служения Шри Радха Кунти. И когда он наконец получил даршан Шримати Радхики, обратился к ней с просьбой, он получил отказ и множество аргументов в пользу того, что его желание скорее невыполнимо. Да, Рагунатха Дас Госвами наконец получил возвращенный ему статус Раджа Манджари, который под руководством Рупы Госвами или Рупы Манджари вечно служит в духовном мире в лилах Шримати Радхики, помогая ей устраивать ее встречи с Кришной или помогая Кришне, из которой заблудился случайно добраться до Радхики, помогая найти потерянные в рощах украшения, уводя с дороги Радхики и Кришны соперниц, помогая всегда и во всем, всегда вечно радовать Радхику и Кришну в разных вариантах. Потом с Рупой Госвами Раджа Манджари всегда постоянно служит под начальством Лалиты Деви. Лалиты Деви, которая полностью завидует гардеробом Радхики, всеми притираниями, удивительными украшениями. Она так хорошо умеет это делать. И, наконец, Рагунатха Дас Госвами получает позволение войти в этот удивительный круг ее подружек. Ну, история Лолиты и особенно вмешательство ее. Это небольшая история с Лолитой Кунди в следующий раз. А пока мы оставляем этих удивительных персонажей помогать Рагунатхе Дас Госвами обрести безграничную милость Шримати Радхарани.